Всем привет-привет! У нас уже немножко ощущается весна на улице. Сейчас 15 марта. У меня спина побаливает. Вот. Но диклофенак делает свое дело. Наверное, зря я вчера сходила на масленицу. Зря сходила за посылкой. Но, если честно, мне тут одной непривычно. И хочется куда-то ходить, какие-то впечатления. Вот, хочется что-то снимать, потому что начинают лезть какие-то мысли грустные, но это понятно. Кто понимает, тот понимает. Вот, поэтому я это и делала. Ну и хочется, конечно, снять какой-то контент и все такое. Вот, а я уже вступила в борьбу за чистоту города Североморска. Ставлю вам фотографию. Эту картину я наблюдаю уже где-то неделю или 10 дней. И спросила уже в группе Североморска, куда обратиться, и позвонила, куда они мне подсказали, в группу. Это, кстати, группа по всей Мурманской области. Ты оставляешь заявку, жалобу, вот, и то, что не вывозят мусор, да, и твою же заявку рассматривают и обязательно ответят. Так что вот, я уже активный социальный житель, который неравнодушен, ну, потому что это вообще капец, там уже скоро крысы, как слоны, будут бегать, это ненормально. Просто у нас такой район, что, наверное, я одна туда позвонила, мне кажется. Если бы это было центр города, то там в центре города такого нету. А на нас, на Колышкина, на Пионерскую можно и фиг положить. Ну нет, приехал активный житель, приехал активный житель социальной позиции, и поэтому сейчас им там та-та-та. Сходила в магазин, купила буквально чуть-чуть продуктов, хоть что-то покушать. Вот, не буду же я вечно там сестер гонять. Вот, немножко я так слегка разошлась. Вот, вот такие вот делишки. Завтра к врачу. Все вам расскажу, что он скажет. А еще мне сейчас подруга с мужем путешествует по России. Полетели во Владивосток, представляете, с Мурманска. Ну, с пересадками, естественно. И потом они едут на Байкал, в Иркутск. И вот они с Владивостока мне прислали видео. Я обязательно вставлю в этот, свой ролик. Надюшка, привет из Владивостока. Искала вид на миллион, но все-таки выбрала этот мост, который изображен на купюре 2000 рублей. Сам город, центр, наверное, очень похож на Петербург. Совсем окраина, похоже на Мурманск. Сейчас покажу этот мост. Он нереально огромный. Наш Мурманский, по сравнению с этим мостом, просто ребенок. Может быть, на видео это не будет понятно, но мы сейчас стоим почти под ним, и он большой настолько, чтобы даже голову не задрать. В городе очень много музеев и театров, прям очень много всяких разных. Место не очень удачное, конечно, для съемки. Тут видно хорошо только мост. Ну, в общем, как-то так. Тут классно. Приезжайте. Все, пока-пока.